Внезапная проверка безопасности ядерного оружия в ракетных войсках стратегического назначения в республике Мариэл. Она проходит в Вишкар-Алинском соединении РВСН, на вооружении которых находятся комплексы «Тополь». Особое внимание во время проверки уделено вопросам готовности к ликвидации последствий аварии. Кроме того, комиссия изучит порядок допуска на объекты и условия хранения ядерного оружия, а также обеспечение пожарной безопасности.